Должно помочь, да? Поможет, поможет. Эпсилон. Алла влетит. Алла влетит. Обратно. Да, в обратную сторону пряли вот эту. Ага. Пряжу. Чтоб воду отошли немножко, успокоились. Опа, на другую сторону. Да, на другую сторону, чтобы она вот эта. На другую сторону. Во благо народа. Ротонда уже почти скоро полностью под водой окажется. Сколько натекло. Вот лавочка уже под водой. Вот смотрите, как поднялся Урал на набережной. Какой-то трындец. И Урал только-только поднимается, продолжает подниматься. Эх, как на нас все-таки рассердилась природа. Урал-батюшка является ее мечом. Вчера не был такой. Вот этот грунт везут с этого, Меловых гор, да? Вот здесь воздвигают дамбу, строят, укрепляют, поднимают. Сегодня 16 апреля, город Уральск, это набережная, вы видите людей, волонтеры, просто жители города, в общем, кто как может помогает, укрепляет, строит дамбы против Урала, против большой воды, чтобы вода не зашла в город Уральск, чтобы не свирепствовал Урал. И вот таким образом хотят урезонить. Вот где Урал уже находится. Да. Опять поднялся. Приближается. Да? Подкрадывается, да. Да, мне так. Ага. Ой-ой-ой, Урал как. По-моему, камня нету, все. Да, камень под воду ушел. Смотри. Все, под камень ушел под воду, да. Видишь? Угу. Набережная. Находимся на набережной нашего города.